Здравствуйте, в эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала «Первый Карагандинский» и я, Гульнур Жекен. Сегодня в программе. В селе Еркындык Щецкого района подтвержден диагноз «сибирская язва». Объявлен режим ЧС и карантин. В село закрыт доступ, людей не впускают и не выпускают. Ввоза и вывоза мяса и молочных продуктов не допускается. В настоящее время там объявлен режим ЧС. Режим ЧС в связи с подозрением и опасностью особо опасных инфекционных заболеваний. Первый заместитель акима Карагандинской области подверг жесткой критике работу подрядной организации, занимающейся строительством спортивного комплекса в Майкудуке. Асылбек Дюсебаев проверил реализацию социально значимых проектов. Самый меткий, самый быстрый, самый незаметный. В Спасском учебном центре проходят 4-е международные снайперские соревнования «Алтын-Үкө-2016». Принимают участие снайперские пары из 7 стран. В селе Еркындык Щецкого района объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с подозрением на сибирскую язву. Вспышка госпитализации началась 20 июня. За 2 дня в областную инфекционную больницу попали 8 человек, в том числе один ребенок. Двоих, к сожалению, спасти не удалось. Их тела будут захоронены с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки, предположительно под слоем извести. Подробности у Аи Мамриной. Несколько дней санитарные службы области, инфекционисты из Астаны и медики региона следят за ситуацией в селе Еркындык. На территории 5000 квадратных метров объявлен карантин. В селе введен режим ЧС. Режим ЧС в связи с подозрением и опасностью особо опасных инфекционных заболеваний. Не пускают даже на поминки. Родственники умерших, предположительно от сибирской язвы, не смогут собственноручно положить горсть земли на могилу. Эту процедуру символично проводят у шлагбаума. Родные и близкие плачут во весь голос. Отец погибшей Айгуль уверен, трагедии можно было бы избежать. Да и сейчас профилактика проводится неправильно, считает мужчина. Таблетки дают только контактировавшим жителям, а ведь очагом инфекции признан весь аул. 4 таблетки жалко, люди ведь могут пострадать. Сегодня чиновники провели брифинг и разъяснили ситуацию. По их словам, заражение произошло из-за мяса коровы, которую забил один из жителей села, несмотря на ее болезнь. Сейчас въезд и выезд в эту местность запрещен. Каждые несколько метров патрулируют постовые. Продукты животноводства из села также запрещено экспортировать. Результаты исследований областной лаборатории подтвердили наличие в анализах госпитализированных сибирскую язву. Ветбаглаборатория на тот биологический материал, который был сдан, они подтверждение дали на сибирскую язву. Это областная ветеринарная лаборатория. Но республиканская ветеринарная лаборатория, республиканский референтный центр пока на сегодняшний день это не подтвердил. Поэтому пока такая ситуация. Сегодня в селе проводится подворовой осмотр. Проверяют как людей, так и скотину. Новых случаев инфицирования пока нет. 6 госпитализированных, включая ребенка, находятся в больнице. Чиновники заверяют, ситуация под контролем. Скажу, что определен круг людей, которые контактировали с семьей, имели какой-то предположительный, возможный даже теоретический контакт с мясом больного животного, они получают профилактическую антибактериальную терапию и постоянно находятся под наблюдением. Состояние пациентов, которые госпитализированы в областную инфекционную больницу, оно ближе к удовлетворительному. Жалобы родственников по поводу несвоевременного оказания медицинской помощи Нурлыбаев назвал необоснованными. При госпитализации пациенты не говорили о контакте с животными или использовании мяса. Теперь тела умерших будут захоронены с учетом специфики инфекции. Существуют определенные ограничительные требования для захоронения тел в подобных случаях. До родственников эта информация доведена, получена определенное согласие. Также на заседании опровергли информацию о заражении водопроводной воды бактериями сибирской язвы. Жители области просят не верить провокациям. Распространители заведомо ложной информации будут наказаны. А в ДВД региона пояснили, по факту нарушения ветеринарных правил уже заведено уголовное дело по части 1 статьи 327 Уголовного кодекса. По факту
Материал зарегистрирован в едином реестре для судебного расследования по статье 327, часть 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Нарушение ветеринарных правил или правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений. Между тем, чиновники не скрывают, что Карагандинская область известна вспышками сибирской язвы. Согласно данным Республиканского кадастрового реестра, с 1938 года по 2003 год в Шетском районе было 16 очагов заболевания. Последний случай был зарегистрирован в 1965 году, а по области последний случай зарегистрирован в 1988 году в Улутауском районе. Айым Амринежек Сылык Нуртай, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Строительство спортивного комплекса в Майкудуке ведется некачественно. К такому выводу пришел первый заместитель акима области. Он подверг резкой критике работу подрядной организации, а также объявил строгое замечание специалистам отдела строительства. На днях Асылбек Дюсюбаев проверил, как ведутся работы по возведению социально значимых объектов. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Майкудуке ведется в рамках программы развития объектов спорта. Он предназначен для занятия населением физической культурой и спортом, причем большей частью бесплатно. В комплексе есть спортивные залы и бассейн, зал бокса и тяжелой атлетики, которые соответствуют всем требованиям для проведения соревнований различного уровня. Сейчас здесь ведутся отделочные работы внутри помещения. Начато благоустройство территории, которая прилегает к объекту. Работы все идут по графику, отставаний у нас нет. Сумма, выделенная с местного бюджета, включена полностью. Строительство ФОКа под ключ. Внутри ФОКа у нас будет находиться два зала. Один из них зал тяжелой атлетики, второй зал – зал бокса. Также один будет большой игровой зал, где можно будет проводить соревнования по волейболу, по баскетболу. У нас 40 посадочных мест. В ходе осмотра строительных работ физкультурно-оздоровительного комплекса первый заместитель акима области Асылбек Дусибаев подверг жесткой критике качества внутренних строительных работ. В частности, речь шла о небезопасных лестничных перилах, неправильном расположении труб инженерных коммуникаций и многом другом. В связи с этим было дано поручение проверить объект на соответствие строительным нормам. Что за лестница такая? Что? Худая? Асылбек Дусибаев заявил, что некачественное строительство – результат недолжного контроля со стороны отдела строительства города Караганды, и объявил его сотрудникам строгое замечание, а также потребовал изменить и внешний облик комплекса. Когда вы нормально строите эти объекты? Сколько вам говорите? У нас же не торопимся никуда сейчас, по-другому сейчас строим. В этот же день Асылбек Дусибаев посетил дворец культуры Нового Майкудука. Он ознакомился с текущим ремонтом фасада, заменой оконных заполнителей и ремонтом откосов здания. На сегодняшний день завершены работы по замене оконных заполнений трех этажей здания. Первый заместитель акима области отметил некачественное исполнение облицовки фасада, а именно неполные подготовительные работы по выравниванию наружных стен для дальнейших облицовочных работ. Он подчеркнул, что ход строительства физкультурно-оздоровительного комплекса и ремонт Дома культуры взят на его личный контроль, так как эти объекты являются социально значимыми. По итогам объезда Асылбек Дусибаев дал ряд поручений, а именно устранить все замечания и выполнить строительные работы качественно и оперативно. Компания «Жизказган Энергосбыт» задолжала жителям области более 2 миллиардов тенге. Почти 500 000 абонентов полтора года переплачивали за электричество. С каждого киловатта компания «Жизказган Энергосбыт» незаконно взимала около 6 тенге. Справиться с услугодателем антимонопольный департамент не в силах. Долгие судебные разбирательства продолжаются по сей день. На руках у антимонопольщиков есть решение Верховного суда, где черным по белому написано, «Жизказган Энергосбыт» должен вернуть потребителям более 2 миллиардов тенге. Но услугодатель игнорирует документы и продолжает взимать с жителей региона завышенную плату за электричество. Вместо положенных 13 тенге компания раздает квитанции, где киловатт стоит 21 тенге. Новая проверка выявила еще около миллиарда сверхприбыли. Разбирательства в суде продолжаются. Насколько затянется конфликт и получат ли жители свои кровные, пока неизвестно. Департамент инициировал, значит, все заявления отправил в ДВД. На сегодняшний день ДВД у нас рассматривает о незаконности действий Жизказган Энергосбыт. Также были материалы направлены в ДГД. В ДГД сейчас уголовное дело возбуждено, идет.
Также мы тесно отрабатываем с прокуратурой Карагандинской области. Максимально все установлено, все, что законом имеется, все статьи, они применяются на сегодняшний день. Все, что от нас зависит, мы делаем. Прервемся на короткую рекламу, а после продолжим выпуск. Не переключайтесь. По данным Департамента внутренних дел, большинство квартирных краж происходит путем проникновения через окно. Обычное пластиковое окно можно взломать меньше, чем за минуту и без особого шума. Компания Galaxy рекомендует высокопрочные окна торговой марки Galvin и противовзломную фурнитуру Farnax, которые лишают грабителя возможности быстрого и бесшумного проникновения. Спрашивайте у изготовителей окон вашего города. Продолжаем выпуск. В Спасском учебном центре проходят 4-е международные соревнования снайперских пар «Алтын-Үкі-2016». На протяжении 5 дней меткие стрелки из 7 стран соревнуются за звание лучшего в стрельбе, навыках маскировки и ориентировании на пересеченной местности. За работой снайперов наблюдала Асель Сазанбаева. Снайпер – одна из самых загадочных и опасных военных профессий. Концентрация внимания, ровное дыхание, плавный спуск – это далеко не все факторы меткого попадания в цель. Каждый участник об этом знает не понаслышке. В соревнованиях принимают участие снайперы из КНР, США, Российской Федерации, Республики Беларусь, Великобритании, Пакистана, а также силовых ведомств Республики Казахстан. Всего 21 снайперская пара. Я считаю, что это великолепные соревнования. Несомненно, это обмен опытом, ведь мы учимся друг у друга. Мне нравится наблюдать за выступлениями других команд. Подобные соревнования – это шанс испытать свои силы и умения на землях Казахстана. На данный момент проблем нет, отличная погода, все проходит на высшем уровне. Мастера одного выстрела используют современные образцы снайперских винтовок, которые состоят на вооружении многих стран. Особенностью в этом году является прибытие команд со своим оружием, что уравнивает шансы участников. Также изменилась система судейства, стала максимально объективным. Кроме иностранных снайперов, к нам прибыли и наблюдатели из Индии и Турции. Задача наблюдателя не так уж и проста, ведь следить нужно предельно внимательно за выступлениями команд. Я представляю свою страну в лице наблюдателя. Наблюдая за командами второй день, у меня уже появились некоторые предложения и рекомендации, которые позже обговорю с организаторами. Я выражаю огромную благодарность министру обороны Казахстана. Все проходит на высшем уровне. Что касается команд, то могу отметить отличную подготовку, и обстановка тут состязательная. С 8 утра и до позднего вечера участники выполняют различные упражнения. Каждому военнослужащему требуется проявить повышенную выдержку и меткость. С каким бы результатом ни закончился очередной этап, все соревнователи знают, что завтра их снова ждут новые испытания. А вот о предварительном прогнозов мы решили узнать у главного судьи соревнований Равиля Жанузакова. Сейчас на данный момент тяжело сказать. Сейчас все идут наравне. Кто-то хуже, кто-то лучше первый день, во второй день наоборот. И как бы сейчас определить это тяжело. Но так, если в общем брать, лидируют наши. А это что, как сказать, из-за чего? Потому что они лучше знают эту местность? Местность знают раз. Климат тоже действует на это. Ну, соответственно, и работает. У нас как бы подготовка разная в каждой стране. Поэтому ну, вот в этом году четвертый год проводим. Из них вот 3 года подряд наши занимали первые места. На протяжении 5 дней снайперы будут бороться за звание лучшего в стрельбе по различным мишеням с разных дистанций. Скорости, навыках маскировки и ориентирование на пересеченной местности. Каждый этап требует высокого уровня выносливости, силы качественной командной работы и хорошей подготовки каждого участника. Асель Сазанбаева, Исламбек Оспан, Александр Церекидзе, Первый Карагандинский. 8 невинных людей погибли в перестрелке в канун священного месяца Рамазан. Чрезвычайное происшествие в Актубе шокировало весь Казахстан. Более 200 человек собрались в областной мечети, чтобы почтить память погибших в террористическом акте.
Мирное население стало жертвами террористического акта. Во многих городах республики прошли поминальные вечера. В Карагандинской областной мечети аксакалы прочитали Коран в память о погибших. Мы сегодня специально чтецы Куранов, хафизы, мы совместно специально прочли, они прочли полностью Коран, и вознаграждение от этого Корана мы посвящаем усопшим. Жители Караганды не хотят, чтобы события Актобе повторились. Общественное объединение Нурлы-Белем совместно с имамами мечети организовали памятный вечер во время Аузашар. Многие горожане считают, что необходимо правильно рассказывать о религии, причем всем, и малым, и старым. Мы живем в независимом Казахстане. В нашей стране не должно происходить такое. В этот священный месяц хочу пожелать всем казахстанцам здоровья, мирного неба. Ураза кабыл болсын. Напомним, террористический акт в Актобе произошел 5 июня текущего года. В перестрелке погибло 27 человек. Среди них были и мирные жители. 9 июня в Казахстане был объявлен днем траура. Лариса Хусейнова, Исламбек Оспан, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. В преддверии Дня полиции Казахстана в поселке Топар открыли обелиск в память о погибшем начальнике уголовного розыска Алданыше Тайгожине. Мемориал установили на плацу Топарского ОВД, где работал полицейский. На торжественное открытие собрались жители поселка, школьники, коллеги, родные и близкие Алданыша. Почетное право открыть обелиск было предоставлено начальнику ДВД Карагандинской области, генерал-майору полиции Мергенбаю Жапарову и заместителю акима Абайского района Мурату Магзину. Начальник отдела уголовного розыска Топарского РОВД Алданыш Тайгожин был убит в Топаре. Тело погибшего капитана полиции злоумышленники сожгли. Преступление было раскрыто по горячим следам. В ходе следствия выяснилось, что Тайгожин в одиночку вступил в противоборство с тремя преступниками. Все трое убийц были задержаны и осуждены. На открытии присутствовал наставник Алданыша Тайгожина Владимир Бабаев. Пока человек помнит, он живет или он с нами. У Алданыша мы помним, кто его знали, это... с кем он работал, его родственники, друзья, его помнят сослуживцы, его помнят ребята, с которыми он учился. Я знаю, значит, память жива, значит, он с нами. Почетным гостем на открытие обелиска приглашена мать Алданыша, Камила Айтумовна. Она поблагодарила руководство департамента и односельчан за светлую память и уважение к сыну, а также пожелала сотрудникам полиции успехов в работе. Лариса Хусейнова, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Китай глазами карагандинских художников. Ученики художественной школы номер 1 вернулись с 5-го международного арт-пленера в Китае. Около 90 работ, выполненных в технике декоративно-прикладного искусства, живописи и графики, представили вниманию горожан в областном музее изобразительного искусства. Работы молодых художников оценила Лариса Хусейнова. 15-летняя Елизавета полюбила рисование еще с раннего детства, а в художественную школу ходит около 5 лет. Лиза осталась под большим впечатлением от поездки в Китай. Картину под названием «Очарование Хайнаня» девушка представила на выставке в областном музее изобразительного искусства. Но это не единственная работа из Китая. Лиза написала еще 10 картин, которые показывают всю красоту Поднебесной. Представлен мой рисунок под названием «Очарование Хайнаня». Написан он маслом. Вид пойман с пляжа острова Хайнань, с города Саньи. В Китае мы были 10 дней. Впечатление появилось у меня тут же по приезду в аэропорт Пекина. Мы также, после Пекина мы приехали в Хайнань. Там было огромное количество моря впечатлений. Заходя в областной музей, забываешь про городскую суету. Картины с пейзажем и приятная китайская музыка заворожит каждого посетителя выставки. Работы детей в разных техниках показывают колорит прекрасного края, его красоту и национальные традиции. Первый пленэр был у нас организован в Каркаролинске, прошел. Второй пленэр у нас был в Таиланде. Третий был у нас проходил в Греции. Четвертый пленэр проводила вторая школа искусств в Индии. И вот, так скажем, палочку первенства взяла опять школа искусств номер 1. Мы провели его в Китае. С нами ездили педагоги
Шахтинска, города Караганды, и ребята, учащиеся школ города. От поездки у Елизаветы Смирновой осталось вдохновение. Некоторые свои работы девушка заканчивала дома. В планах Лизы посетить подобные пленэры в других городах и странах. Лариса Хусейнова, Исламбек Оспан, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Благодарю за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго.